Да. 19. Я даже не знаю. Тогда перед Ланой, наверное, поразраливайте хотя бы, чтобы там часик был, это запас. Ну, пару боссов поразраливайте, короче, себе там. Спасибо вам, Рарник. Суманите войда. Блять, вы спулили там? Осторожней. Там контрольте, давайте станы какие-то. Ну, чтобы не вайпался рейд на трех мобах. Тактика в первую очередь бейте. Что-то меня никто не суманит. Тут бой просто. Я понял, я тогда бегу. Сейчас мобов до ланы дочистим. Там пару боссов разрольте, чтобы это время побольше было на шмоте. Если там что важное вообще есть. Внутри моба, я думаю, там первых добьют, да тебя реснут. Полежи, можешь полежать, ты один. Не такая большая потеря. Если бы человек 5 упал, надо было бы бежать. Угу. Побежали на трэш. Оля молодец, 4 раза попал под этот путь. Да я удалил нахуй уже это все, это весь рекаунт. Ну убили, убили, хоть на соплях, но, блядь. Показать, кто сколько лазит. Болкин 4 раза, лазерная 3, Андрей 3. А ты... Ты смотришь... Минимум 2 раза РДДшники словили, подбегая к метке. А там, там видишь, там еще я виноват. Вы-то так не привыкли играть, ну типа на плохой. Я просто профы водил, как попало. Там еще один раз медики умерли, потому что пельмени в РДД летели, их откинуло прям под пельмени. Да-да-да. Да я видел. Ничего, нормально. За то, что ДПС 3 сотни, это как бы дало нам подушку безопасности такую, мы вытащили за счет этого. Ну плюс БР есть, нормально исполняли все, ну в целом. Так как бы оно хуево не было, но... Там тактик один, короче, лоу х**ный. Вон он. А, это рыцарь. Да, рыцарь ему корона вторая кидается. Короче, дал не зыбку, что-то хуево, ну-ка захиливайте. И вот этот тактик, вот его разъебывать. А вот этим гусям, которые кастуют там, всякие паучьи вот эти вот превращения, блядь. Касты сбивайте. Стан давайте. Дизайн. Вот аристократ кастует, хуяк сбили каст. Хуяк ДКшники сало дали. Да хуя хочешь. Хуяк с первого под ребро, да потом. Ресайте людей. Там пока не агрим, мы вас стоим, ждем. Тактика, короче, лапкой. Там два тактика. Правого притянет, то там лапкой, блять. Аристократ, блин, где этот тактик, сука? Там. Вот звезду. И второй кружок. Сначала звезду, потом кружок убьем. Давай, кто там? Тыкните лапку. Я тыкну рпшку. Давай, давай, в прыжке. Опа. Угу. Ну это... На лане там тоже все просто. Тени, пакт. Блять, как вы... Вы трали лану, нет? Килла? Трали. Да. Трали. Как стояли вместе, кучей или раздельно? На дистанции. Дистанции, ага. Ну так и будем тогда. Вместе прохиливать тяжелее будет. Ну да. Мы же профессионалы. Так что дистанция. Ну там а самое... Если что, сейчас вернется, у него инет вылетел. Ага. Самое важное... У одного меня инет, говна, блядь. Самое важное на лане это с пактом сбегаться быстро. Если на милике и на двух РДД, то милик должен бежать тоже вместе с РДД. Все должны бежать, все три цели. Ну и тени по стеночке и все. Ну два приста в принципе есть. Надеюсь вывезем. Дай мне диспел, пожалуйста. Попал. У меня там, правда, немножко мясо. Нет, ты просто не в мое место кинул. С кусанием тоже иногда можно побыстрее друг к другу прибежать. Только кто кусает.
Надо, чтобы люди не терялись в любой непонятной ситуации. Да как можно потеряться? Вы что? Мне уже... Сейчас я видел много всякой хрени. Я тоже видел много всякой хрени. Ну потеряться это... тебе покажут, как надо потеряться. Да? Да. Это, ну, резайте, короче. Я не знаю, что там, а ей не надо, нет. А ей не это, перезайдет. Ему ничего не надо, ролить. Ты думаешь, на дырку или что ли, люди не теряются? Еще как их теряются? Да, это понятно, блядь. Не, ну вы же не какие-то новые. Я пока разрулю шмотки, которые до часа тогда получаются. Да, 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 да. И можно сразу заранее укусы распределить? Нет, нельзя. Нельзя, ну ладно. Видишь, хоть в чем-то согласились. Этот, пул 63 секунды, это нахуя мне? Броне, пот, ебану, блядь. Ты угораешь. Правильно, я тоже хочу. Ебать. Все, сочный там, хила, что, разраливайте? Скажите... Ну, все передал с вами. А, ну все. Хила, что у тебя там много есть разраливать вещей? 5 шмоток. Ага, ну скажи. Я в гичат покидаю. Угу. А ты же не все сразу будешь ролить, правильно? Только то, на чем время выходит. Надеюсь, с первого трая ебанем и Синдру с вами посмотрим. Сейчас я тут захожу. А за ГП или просто ролл? За ГП. Если в соло изначально... ролишь, то просто. Если никто не ролит. Хозя, забирай. Я меточку пока на себя повешу. А, аниманик тебя переролил. Погоди, сейчас пои погляну. Все равно этот выше, нет? Маг. Да, маг по приору выше. Подожди, подожди, подожди. Если она ему нужна, отдай ему. Аху ролю. Решайте быстро между собой. Отдавай динамику. Я не хочу тратить ЕП на пояс. Да, он один ролик. Тогда да, просто отдам. Что мне показалось, что я хуёво поступил? Кисти кожаные. Никому, что ли, не надо? Нет, это хуйня какая-то. Друида нет у нас. Хилар. Я много спрятался. Тканевые кисти. Вон этим отдай, может они будут ролить. Сейчас я быстренько. Время кончится и все. Сантека такие же кожаные. Больше реально некому. Ролим. Три негать заберу. Кроме Сантека никого желающих не вижу. Давай забирай. Цена другим нахуй не нужна, если вы про счет. Мне нужна на ДД. Сейчас топовый, по-моему, считать, что утешение гер. Ну, вот эта штука кому-то на оф нужна. На мейн, по-моему, никому не нужна была. И чешка с резки. Крикер, ты хотел. Кого на оф? На оф-пек? Ага. Меч? Ну, можно, ага. Да. Давайте под рыбу. За ИП или нет? Просто. Давай. Нет же никого желающего. А он рыбу стоит. Ешьте рыбу. Кушайте пока рыбку. Что, все разрыв? У вас на объект много желающих? Что, нас? На объект. А мы еще не дошли. Рано пока. Рано пока, сейчас кто-нибудь ливнет нахуй. Поэтому придержим шмоты, блядь. Да нет, честно... То, что меньше часа, я разролю. Так, маленький момент. Честно сказать, там, если в дальнейшем все хорошо пойдет... В рейде кому-нибудь эта штука нужна? Или вот это? Это параша полная, бесполезная. Если кому надо, напишите. Вдруг кто передумает на второй, третий спек. Все, да, готовимся к бою.
Буду укусов, что будет, а то у меня игрок вылетел. Я не слышу, может. Ничего, по ходу боя. А, ну понял. Ну я думаю, кто-то с вас заберет, наверное, шемчик заберет укус. Не, игра у ДК маленькая вначале, только если стойку вырубать. Что, кто заберет, тот и заберет. Укусим. Смотрите, ну, адекватно вы смотрите рекаунт. Вот если, допустим, я такой играю на Аене, вот получил укус и смотрю в рекаунте, ага, второй по ДПСу Ваня, хуяк, укусил, все, дальше вы кусаете, ну, хуй с ним, вы топ ДД, милики, это прям исключение, но кусаете РДД, ну, будет там какие-то там, не знаю, коты, укусите РДДшников, которые в рекаунте на самой высокой строчке, то есть там на третьем, на четвертом, потому что на взлетке вы не бьете 20 секунд, ну, около того, там, 15-20 секунд, то есть, вот. Ладно, значит... ПшНика желательно укуснуть. Значит, присты, килла и ВБ. Перед пулом на себя кидайте антифир. Когда босс фиряет всех, давай, килла быстрее этот маздиспел дашь. Маздиспел, сбегаемся в центр, вот этот кружок, который есть, сюда сбегаемся, и дается маздиспел. И ВБ, ты точно диспелишь цель, которая бежит с тенями. Допустим, там сочный побежал с тенями выносить, и босс бежит в центр, фиряет всех. На тебя фир не подействует, ты диспелишь сочного. Все, его захиливают хилы и так далее. Ну, хилы еще вам давайте расстановочку. Холипал под боссом. Экон, звезда. Этот зуброджин, кружок. И кто там еще? Эрдрушник. Эрдрушник. Ромбик. Эти метки, к этим меткам не подходить. Когда босс взлетел и вихрь кастует, не подходить. Ну и килая, давай этот треугольник. Да, все. А хэпал куда пойдет? Так, хэпал под босса. И этот самый крикер, для тебя информация. Мы бежим с тобой на пулы на Войда. На пулы на Войда. И ты не нажимаешь ни ЛПшки, ни хуя не нажимаешь, ни таунты. Ты просто автоатакой бьешь и бежишь рядом со мной. Вот и все. Вот. Все, чек на пул. Теперь посмотрим, что как. А, ну и это. Незыбку на первую взлетку дам я, на вторую взлетку ты. И килая на первую взлетку дашь гимн на хп, а на вторую будет гимн на хп от ИВП. И дополнительно будет массакра от Холипала. С баблом. Все, на счет 3 будем начинать. Раз, два, три. Так. Мне мили кусать или РДД все равно? Сейчас скажу. Давай, давай хейкил кусишь. Потом, когда вдвоем будете с укусом, сочный укусишь Аене, а хейкил кусишь Ваня. Дальше разберетесь сами. Истерию за мной. Лужу не забывайте кидать. Блять, булку на рот. Это хуёвая лужа. Милики, осторожно. Вон там, да, есть, да, место? Я немножко отвел. Вот эту лужу, кто разлил, это пиздец. Да. И лаганул. Кригер, это ты сдал? Ну ладно. Я водяком вместо фильтра укусил, они одинаково. Просто хорошо, он ближе стоит. Хорошо. Что там до фира? Посмотрите. Через 20 секунд, да? 23. Ага. Готовьтесь. Хорошенько максимально захиливаем. Прям ману не жалеем. Хотаем рейд максимально. Если что, там на взлетке помогайте совы подхиливать. Если по себе дубовую обязательно. Помогайте подхиливать себя, хотя бы хильте. То же самое ретриков касается рарника. Баба молодец. Сейчас будет фир, готовимся. Дал незыбку. Захиливаем рейд на фул. Килая на хп, кастой.
На фул никого не проебать. Так, сейчас центр поставлю. Да что это за хуйня? Ну, блять, убейте его. Хеки реснейший. Я мусала кинул. Это пиздец, разъебите быстрее этого гуся. Что это за хуйня? Завис, что ли? Ты тут? Ну, тут он обосрался. Пиздец. Хеки сдох. Вадикон, мне сказали, а ей не кусать. Ты почему его укусил? Да все, тебе тихо. Блядь, тихо. Этот, вставай, Хеки, сочного реснишь, Хеки захильте. Да ебаный рот, ну вы что нахуй? Дрочите что ли там, хилы, алло, блядь. Этот... У меня ГКД, у щитка есть. Хорошо, Булкин, это, резай Хеки, Хеки сочного. Хеки резну, сразу щиток, сразу хилы и быстрины все сдали в него. Вот, быстренько захилить на фул. Сочного резай, побыстрее. Этот, фул баф, лапку, пристабаф, от тьмы, блядь, дух. Каски, всю хуйню на них накидайте. Продолжаем дальше играть. Чё мне кого? Кто это спрашивает? ИВБ. ИВБ? ИВБ? А. Вот кто, кто в рекаунте там охуенно ДПС дает? Может сочного еще раз упустить. Блять, сочный, ты завис или что? Что это за хуйня была? Нет, нет. Рарника захильте. Так. Крикер, готовься этот давать незыбку. Давай незыбку. На ИВБ щиток, гимн на ХП. Холи пал массакру. Хилим себя. Блять, я не знаю, конечно, что там до берсы. Еще и тело падает под всей хуйней. Минута 10. До берсы. Полная залупа, ребята, нахуй. Вот этот сочный, то, что ты проебал укус, это полная ну, поебень получилось. Ну хуярьте, я не знаю, что. Бейте. Сейчас остается только тени выносить. Давай Геру пробовать. Булкин. Чё до берсы там? Сколько? 50 секунд? Геру. Давайте Геру. Укусы обязательно передайте. Не законтрольтесь никто. Ну, будем надеяться там. Баблы наконец нажмем. Не знаю. Факт, сбегаемся быстрее. Хилов не напрягаем. Так. Ну, ёпта, блять, а что это за хуйня нахуй? Я хуй знает нахуй. Что это делает? Мильки, вы короче тут стоите, да? Хорошо, стойте. Надо бить там. 5 секунд. Да не, 5 секунд и 12 лямов. 9 лямов. Не-не. Нет, пизда. Нахуй, то смысла сбегаться нет даже. Ну вот, вот и делайте выводы, блять. Первое. Сочный законтролился. Потом, ну, считай, ты укусы проебал. Это дохуя, это половина укусов. Ну не половина, четверть. Это хуево вообще получилось. Вставалка там есть у кого-то? Сейчас там челик. Челик сдохнет. Он укусил Диона и больше никого не укусил. Я мастрез дам. Давай, давай, мастрез. Может, все-таки распределим укусы? Прикольно вы там в белой зоне. В детском саду, что ли, укусы распределять? Или что? Ну, они потом по двое там кусают. Видимо, что? В детском саду. Смотрите, ну, смотрите, вот, ну, на будущее, там, на следующий рейд. Если у вас нету аддона, смотреть, на ком есть укусы, на ком нет. Если у вас нет этого возможности, блядь, скачивайте себе вуду, любой аддон, где можно тыкнуть на людей в рейде и посмотреть, есть укус или нет. Или там сразу квадратик есть. Вот у меня на вуду все показывает. Второе, вам нужен рекаунт, чтобы смотреть, кто сколько дамажит, кому укус давать. Лучше склада. Ну и третье, блядь, ну... Я не знаю, что там с сочным случилось, залагал он или что. Ну, ты просто. Нет, нет, он кусал меня, а меня укусил уже другой. Если ты не видишь, укушен человек или нет, то делаешь, как я говорю, на следующий рейд, чтобы всех эта хуйня была. Если вы хотите, блядь, в детском саду, чтобы вам, блядь, 16 человек распределял РЛ, писал вот эту хуйню, длинный этот макрос или что там. Или мне, может, во время боя вам говорить, хорошо, я попробую сейчас во время боя. Может быть, получится. Но а ты ей сказал, есть такие ситуации. Ты можешь не отвлекаться, я могу заняться этим.
Сейчас я разок попробую. Есть такие ситуации, ребята, как челик, допустим, стоит возле треугольника, а челик, которого надо укусить, который ему сказал Эрил укусить или в макросе, он стоит возле звезды или понес тени выносить. Есть такие ситуации, которые ваши макросы разъебывают просто на раз-два. Вот, поэтому, либо вы это делаете автономно, включаете свой мозг, ну, я думаю, у вас у всех там нормально все с головой, либо, блядь, будем в детский сад играть и ругаться. Вставайте, сочные ВБ, вы чё, АФК? Срезайте. Супер. А есть ещё банк КВ? Да, конечно. Сейчас буду говорить, кто кого кусает. Не, мен. Заранее вставайте так, чтобы укусить того человека, которого сказал. Тени, пакт, я думаю, несложно. Красные лучики увидели, сбежались, исчезли лучики, встали на место. Тени, блядь. У вас экран фиолетовый становится. Тени сейчас, короче, постараюсь тоже говорить. Ну или кто-то, Килай, давай, помогай, короче, тени, а укусы я скажу. Просто тени, ник, это, ну, допустим, грилит тень, грилит лужа, ну или что-нибудь такое там. Два слова, угу. Что-то коротко. Так, рыбу поели, проверка. Это все вайп из-за того, что укус проебали, так бы ДПС хватило. И смерти. Просто он мою цель укусил, я потерялся. На взлетке, значит, смотрите, имейте в виду, первая взлетка, ну, там не зыбка, ну, выживайте. Магия, не знаю, если вы фросты, на первую, чтобы отдали глыбу, и на вторую, похуй, потом по ДПСите. Главное, чтобы вы не сдохли, вы тонкие. Вот. Сапроты как-то неохота вас заставлять пить. Друиды, я думаю, дубовку жмете все, ну ДК не сдохнут. Локи, заслон от тьмы. Ну, блять, я не знаю, нахуй, нажимайте кнопки. Вроде все готовы были. Да? Так, вроде готовы. На счет 3 будем начинать. Раз, два. П5, дайте помогам, пожалуйста. Шли и башим. Так, укус на Ване. Ну и укусишь Аени тогда. Хози. Хози, беги. Тени не проебывайте, чтобы таких луж не было на лестнице. Активнее с пактом сбегаемся. Смотрим дебаф. Тень скоро. Хейкер. Так, сейчас Ваня кусает Аени. Секунда. Давай я Хейки укушу потом, чтобы ордобезонин прожил. Так, был. Да, хорошо. Ага, я забыл. Ваня, Хейки кусаешь. А я не тени побежал. А я не укусишь сочного. Угу. Что там до страха? 12 секунд. Готовимся. Сейчас тени будут. Эти тени надо будет диспелить, засчитывать. Заход. Зеленг. Зеленг. Угу. Нормально. Да, не сбросил. Кабу, значит. Так, готовимся. Даю не зыбку. Килая на хп. Все себя хилим. Хорошенько. Оверхилим, мощь прям. Угу. Так, следующее, значит, сочный грилита, Хейки, Хози. Танку беги. Грилит поближе ко мне, станешь, я тебя убью. Три. Так, Ваня, Хайрину укусишь, Аени Кани укусишь, ДКшников, Роста или кто он там.
Ну, самое сложное сейчас 8 человек будет сказать, 8 на 8. И вторую взлетку пережить. Укус 9 секунд, готовьтесь. Тени Забраджин. Угу. Так, ну давай теперь надо выпалить. Кани танку, Аэни рарника. Ваня лазерную найдешь. Хейки Булкина. Хайрина Хози, грилит. Грилит Алкину, рогу хочешь. Кекс, выноси кек. Ну сука, ну что за хуйня нахуй? Что это за поебень? Прохил меня, просто не прохил. Пиздец, блять, я в ахуе. Незыбку крикер. Не роняем никого сейчас. Холипал массакру, и ВБ. Да завали, и ВБ на ХП. Блять, не смейтесь нахуй, не вайпанитесь сейчас. Значит, этот Хейки сочного, сочный слейера и фулбаф по ним, и щитки сразу, и захил по ним. Укусы передаем сейчас. Не проебитесь, сука, не превратитесь никто в вампира нахуй. Некого кусать, кусай хоть кого, блять. Здесь сейчас не превратится никто. Хейки сочного, ну кто там, ну быстрее, блять, что за хуйня? Укус передавал. Сочного захил, сочный мага, быстрее ДПС теряем. Мага сразу щиток. Мага, Геру? Вставай, вставай быстрее. Ну, блядь, маг должен встать. Геру. Все, осталось только тени вынести два раза. Факт, сбежались. ИВБ. Дал незыбку. Все, убили, молодцы. И просто вопрос, вам проще, когда я говорю, типа, ники кого кусать персонально? Нет, мне похуй. Нихуя, да тебе-то понятно. Да. Без разницы. Я у остальных интересуюсь там. Ну, по крайней мере, они не кусали одного и того же. Да, да одного и того же кусать нахуй, это, блядь, это пиздец, это 20 IQ нахуй. Ну ладно. Сейчас на синдру пойдем, готовьтесь. У нас есть минут 20. Трэш хотя бы почистим, портал откроем. Вот эту хуйню. Вам награда соответствующая выпала. Идите там, короче, к лифту, спуститесь вниз. Локи там, кроме 4 людей. И это, у тебя осколок есть? Нету? Внизу поставите, в лифту спуститесь, поставите шкаф. Бегите быстрее туда. Трэш сейчас будем разъебывать. Так, сочный. Сочный топ-3 на ПВП. Завоеватель. Ну, завоеватель. Может, сразу... Чего? Может, сразу закроем с лечом. У меня времени нет. Времени до 27:00, сказали же. Поэтому не получится. Все, кто сейчас в рейде, вы когда плюсовали, до вас доводилась информация. Сегодня и завтра РТ. Я всех, кто сейчас в рейде, жду завтра. Завтра будет синдра или еще, если мы сегодня синдру с первого трая не ебанем. Так, что там, я вам линканул? Сочная 65. Смоньте нас там. Надеюсь, вы уже спустились. Кстати, добежались. Защитник. Килая. Сочный. Кому экону? Там можешь экону кинуть. Экону закинул. Все, смоньте. Сочного войда. Ну, на синдре тоже там все просто. Делайте, как я попрошу. Глыбу туда, куда попрошу, ставьте. Там, ну, все будет очень хорошо. Все убьется сразу. Маните. Сейчас, секунду. Ближайшие шмотки 39 минут, не парьтесь. На завтра тоже готовьтесь там. Ну, лич хуйня. Резко тоже хуйня, но если тактику не знаете, у меня есть на ютубе канал, там я уже убивал за ДЦшника. Или за ШПшника, не помню. Короче, я резко убивал уже. А давайте, ебаный в рот. Шкаф давайте быстрее, то сейчас до лифта добегу, блядь. Локи, не спите, блядь, у вас три лока. Остальные там, кто, если кто в рейд не попал, то стрим смотрит. Или если у вас твинки есть, вот кто сейчас в рейде. Вторник, среда. КД не вешайте, вторник, среда буду собирать. Ну, 8 боссов точно закроем. Надеюсь, если пуге боссы на не попадутся. Сочный пришел, Симон.
Кекс. Прием, прием, прием. Вот ты ему пришел, он не принял. Пошли, забегаем в центр комнаты. Пошли. Значит, это самое, паладин, это мрарник, танку. Смотрите, когда жуки, две волны жуков больших, когда они в центр сюда приближаются, на рейндж этого... Как он называется-то, сука, гнев небес. Гнев небес отдавайте, чтобы они не успели там разъебать кого-то хилов. Там хилы, не хотайте танков, ничего не, самое, не делайте. И на пул обязательно. На каждую волну вот этих жуков. Рога с хантом, на войда мушьте на пулю. Сейчас будут с двух сторон мобы. Мобы. Чтобы вы не сдохли, сейчас я вам меточку поставлю, туда дойдете. Так. Ты с какой стороны будешь ловить? Я слева. Вот сейчас я на себя метку ебану, чтобы ты видел. Вот я здесь, короче, ты с той стороны. Ну, вот сейчас... Да-да-да. Это самое... Ну, если смотреть на квадрат, я слева. Этот самый... Все сейчас хилы... Сейчас вот эти маленькие пройдут. Хилы, ЭДД, все милики, уйдете в квадрат. Мы сведем эту всю парашу в центр, начнут РДД вешать. Милики, не подходите. Там ренджа у Ешки очень большая. То есть в квадрат, даже куда-то за квадрат можете отойти. Сейчас они выйдут большие мобы. А то, блядь, вроде гильдрейдом хожу и падает по 10 человек, блядь, стыд, позор, блядь. Дро, отойди. Да-да. Идите в квадрат все. Вот, пошли мобы. Сука, подлаги. Сводим центр. Даем ОЕшку. Я следом еду куда. Угу, давай. Ой-ой, милики, осторожно. Все, идите в центр, возвращайтесь. Этим гусям, кстати, если у кого-то из дестриков стан вкачан, вот сейчас ему последний умрет, рарника резцем сразу. Резайте рар. А, нет, после вот этих, после мелких. Сейчас бой спадет, быстренько их забивайте. В центр можете вернуться уже все. Все, резайте рарника. Сразу по нему баф. Боешь ко мне густо, конечно, блядь. Может, дроп порезали? А, сука, я жлуд не ставил. Че, блядь, не сказали? Ёбаный вот. Поставил, короче, дроп. Ну, не знаю, и тут что? Есть... Кила, я тебя покидаю? Блядь, надо обратно ставить. Паники были там. Тоже всякие зеленки. Короче, похую. Не пуливайте. Сейчас еще мелкие и все. Чем где они, блядь, там ползут уже, блядь. Долго что-то. Побежали. Короче, надо будет зубы на Войда. Ну и, например, танку каплю дашь и бабл по себе.
На пулы тоже навой, да? Рога с этим, с хантом. Спулали когда? А чё вы спулили большого, нахуя? Угу. Я хуй знает. Ебать. Ну, конечно, угораете, но... Вот это лаги. Да, пиздец лаги, нахуй, я ни зыбку не могу прожать. Зубы дала. Ага. Ну, у меня пиздец, у меня флешмоб. Да. Ну, а так быстрее получилось, ладно. Ой, я продал. Милики, значит, ну по боссу все просто. Обморожение от 4 до 6 стаков. На последней фазе 0 стаков. Только когда там лямов 5, 4-5 останется добивать, тогда это можете забить на обморожение. Ну и там СС и СС. Давай, знаешь, как грилит на синтека. ПКД кидаешь, быстрый двигал скидаешь. Блять, на кого же? Дракона бейте, идите. Блять, надо подумать. БРФ и так дохуя. Короче, на килла кинешь. А анименник кинешь... на хэпала давай кинешь. На хэпала. Сейчас, короче, этот крикер, где ты там? Что-то нихуя не грипает. Да? Этот... Не, он не грипает. Крикер, отойди туда, в ту сторону, вот где собака там бегает. Вот. А остальные сюда, в эту сторону, наоборот, отходите. Хотя, я не знаю, не один хуй сюда дает дыхание. Да и похуй тогда. Я думал, он поворачивается на танк. Ладно. Алло, ебать. Алло. Что такое? Грипните его что-то. Он не грипается, блядь. Не грипает. Десятки грипаются. Тут нет. Сейчас он спустится, наверное. Ой, вот десятки в корнях держали тоже. Ну я оковы кидал, но не помогло. Смотрите, это, ребята, там вспоминайте максимальную тактику, потому что рассказывать времени нет. Мы один трай даем. И заканчиваем. Че он, сука, садится будет? Нет, заебал. Че за хуйня? Ну, по идее, должен. Да забагался он, походу. Ну, РДД разъебывайте. Ох. Да все, Ваня виноват. Он потрогал своей хваткой. Вот служи, служи, хочет. Выходите. Езжайте туда. О, там летает наверху. Умер. Короче, я вот здесь, возле столба, подержу. Дракончика. Дракончик. Туда не заезжайте, идите обратно сюда, к лестнице. Здесь бьем. Когда дракон будет умирать, готовьте силы захиливать рейд, уже не уроните никого. По-моему, он станется, кстати, да, в каст? Ну и похуй тогда. Не успела докастить шакл. А за он сбивает разве? Надо проверить. Десятки, да? Да мне кажется, тот не собьет. Раз к этой к притяжке не воспримешь. Ну проверить-то надо. Тут, в принципе, похуй, эфир, что 3 секунды хуйня. Если вот два дракона одновременно бить, вот это будет посложнее. Там... Я не сбивает. Только десятки, значит. Интересно, что-то переделали, что ли, он. Я когда прячусь от него, он другого челика убирает. Или это баг какой-то, блин. А может он теряет определенного человека? Ну так же, как этот. Как лоб эфир работает, может. Да так? Нет, у него все, приготовьтесь захиливаться. Назад отходите. Назад вот сюда отходите.
Не стойте там. Там появится стена, блядь. Если будете по ту сторону, вас стена будет убивать. Ага. И тотемы уберите. Тотемы. Здесь там забыли. Все нормально. Такс. Подходим сюда. Так, что там, блядь? Да, есть. Сейчас дам, Джиз. Че, блядь, тут бить будем, что ли? Да. 25-ки, да? У бомжи, блядь. А там не хватит места на том пролете, все там хватает. Мне вообще похуй, мне вообще похуй, где бить. Ну вот лично мне, я могу бить, могу поставить на все 360 градусов в любую сторону, в какую хотите. Так, 5 вот этих меток поставил кривых, блять. Ну, это не обязательно в них бежать, и не обязательно там, чтобы соответствовало метке, которая на вас. Просто имейте в виду, ставите так. В линию. Ну, что нужно знать, я думаю, все знают. Если две метки вместе стоят, они двойной урон получают. Это на взлетках. 4 бомбы падает. Крикер чилишь. Это самое, блять. На второй фазе, значит, будет вот тут метка. Праздник, слайдер-мальчик, поешьте. Будет не вот вижу этот. На вас баф. Будет крестик. Когда надо будет уйти в сторону, я скажу. Если будет вторая метка и притяжку босс не даст на фазе на второй, и будет стоять у нас неразбитый крест, ну мы его не будем бить второй, и пойдет третья метка на челика, просто подбежишь к глыбе с крестом и там и заморозишься. Потом после притяжки уже разобьем обоих. Так, СС и далее. Проверкой будем начинать. Рарник, рыба еще стоит. Фрост резист, воткни. Да. Может. Блять, я его даже. Я вот даже не знаю, нахуй втыкать, нет. Я там камни не заменил, если. Почта есть у кого? Ебаните почту. Сейчас, кстати, еще починюсь. Я себе камни прислал с этим камнем. У меня с Накса лежит фрост шмот, блять, с камнями на 30. Ага. Ну, мимо. Стрелы. Вижу. Я вот думаю, что одеть, одну шмотку, две. Че штаны? Лучше две. Лучше три. А лучше четыре. Три не могу, у меня груда. Ага, блядь. Две должно хватить. А колечко есть у тебя? Не, колечко нет. Да тут как бы, блядь, гильдейский у меня танчит без фрост резиста. Я говорю, вы че нахуй? Сейчас еще в пояс. Ну там да. На третьей фазе. Да. У нас сейчас банк выпьем, у меня банка есть. Но у нас время на один трай, тогда лучше качественно сделать все. Все правильно. Так, банку выпил. Пояс тапки одел. Теперь я просто топовый пацан. Короче, еще раз проверка, блядь. На второй фазе там, куда выносить будем? Только крест? Да. Когда окей. В сторону, я скажу. Этот Хайрина. Все, пуляю. Ну лети сюда, сучка, сейчас мы тебя расчленим, блядь. На притяжке там имейте в виду. Поближе вставайте сразу, у кого лагает, там, у кого хуёво, там РДДшников хилов касается. Обязательно отбежать, чтобы никто не умер. Сейчас есть кто-то на притяжках будет падать или на бомбах, это меня очень расстроит. Скоро притяжка, готовьтесь. Отбегаем. Фридом танку по мне кидай. Ставим метки вниз. Сейчас посмотрим. Ну, какой-то дурачок лично заморозился. Прячемся, подпрячемся. Значит, ну вы, блядь. Нет, это один не вынес метку на место. Вы трусы. Что, блядь?
Да не, не в том смысл. Должно было 5, а не 6 замораживаться. Значит, эко ну, так один не вынес метку и заморозил второго. Ну, мы играем, ребята, дальше. День трая у нас. Эко вставал уже до этого. Вот это вот, как вот это понять? Вот что вы сейчас падаете, как бичи. Вот как это понять? Синдра садится, у меток фул хп. Вы что, ну, 10 обычку не ходили или что? Все, сейчас сдохну. У нас тут 2 человека. 10 человек сдохло. Это о чем говорит? То, что вы не отбежали, это вы либо лагаете, либо вам похуй. Короче, на сегодня это все. Завтра. Приходите на синдру с получше настроем с каким-то. Тактики, блядь, в интернете посмотрите. Тактики посмотрите. Ну, то, что вы не отбежали 4 человека, это пиздец. Это, ну, большой минус. Заходите под лицо, умирайте. И, ну, метки. Не понимаю тех игроков, которые озвучивают 5 ников. Если вы хотите тоже, чтобы вам озвучивали, я не знаю, вам детский сад, наверное, надо. Там вот есть такие бафы, где знак Орды, там вот эта вся хуйня, премиум, випка, вот эта вся хуйня. Там красная такая метка кидается, блять. У вас над головой, над персонажем синяя стрелочка такая. Это означает, что у вас через 7 секунд прилетит склеп. Короче, на сегодня заканчиваем. Завтра Синдра, Лич, Халион, Реска, точнее. Кто сейчас сразу напишите, кто сейчас в рейде, кто завтра не будет. Танку, Слеер. Короче, кто не будет, в дис сообщите сочному, килай там, ну, чтобы мы понимали. Завтра Синдра Лич убивается и этот, и Халион. Халион проще всей этой параши в 10 раз, там как РБК. Че, ЕП, ГП будем давать, не? ЕП, ГП вы, конечно, даете, килай вам дает, ну. Я ее и спрашиваю. Ша, да. Всё, только там... сначала давайте разрол все-таки. Да, да. Может, ТП дадим, а потом будем разруливать. Так будет честнее. Да, смотрите, ладно, я это не буду мешать. Этот, кто-то там что-то хотел, войд, на мне череп был. И нихуя не понял. Череп. Короче, я нихуя не понял, ладно. Видимо, кто-то подошел и по цепочке заморозил несколько. Я понял. Типа, если вам места не хватает, то вы наоборот вперед выбегаете, а не назад на лестницу. Да. Ладно, эту всю хуйню завтра разберем. Надеюсь, ну там люди и посвежее будут, хули мы 3 часа сидим с манекена, блять. Ладно, это самое. До завтра. Да. А сколько ЕП за босса дает их? Сейчас увидишь. Давайте со шмотом, чтобы